Ну что, дорогие друзья, у нас продолжает замечательное лето. Я не знаю, наверное, у нас больше, конечно, холода, чем тепла в нашей местности, да? Поэтому тоже теплыми деньками надо дорожить, но и беречь себя от перегрева. Я очень люблю тепло, мне его всегда не хватает. Но даже меня эти дни немножко подушатали, скажу честно. Но сегодня мы сделаем какое-нибудь что-нибудь очень хорошее, да, на этой площадочке. Сыграем замечательную программу, несмотря на солнце и на такую, на тепло. Ансамбль «Рыболов Бэнд». Мы назвали нашу программу второй раз уже подряд «С любовью к России». И, вы знаете, Бог дал нам замечательную землю, прекрасную, огромную. Наверное, мы еще не достигли уровня наших предков, наших дедов, прадедов, которые осваивали эти огромные просторы. И нам надо очень сильно постараться, чтобы наша земля была красивой, чтобы наша земля была цветущей. И любовь – это такое слово, которым мы иногда, ну, бросаемся так, как, знаете, мимолетом. Но на самом деле любовь – это действие, конечно же, да. И если мы говорим о любви к нашей земле, к нашей стране, то это любовь друг к другу, это уважение друг к другу. Я не знаю, дойти до ведерка мусорного, выбросить там фантик, а не так просто здесь бросить, да, где-то. Уважать друг друга, говорить друг другу добрые слова, улыбнуться не так просто. Но это создает наше общее какое-то вот такое бытие, да, наш климат в нашем городе, в нашей земле. Хорошо, у нас есть традиции добра, в русском народе есть традиции добра, есть традиции дружелюбия. И все это мы должны обязательно, ну, как бы культивировать, да, в нашей жизни. Ну что, первая наша песня называется «Места родные». Песня Юрия Антонова, ансамбль «Рыболов Бэнд» про наши прекрасные северные красоты. Я люблю свои места родные.
Спасибо большое, друзья. Следующая песня, это песня... Слова написал замечательный советский актер, такой худдеятель Михаил Ножкин. А музыка Давида Тухманова, песня «Я люблю тебя, Россия». Я прям влюбился в эту песню. Ее исполняли великий исполнитель Людмила Зыкина, Иосиф Кобзон и другие вот такие, ну, очень наши знаменитые советские исполнители. И мы решили тоже ее сделать в нашей программе. У нас сегодня такой концерт и небольшая такая репетиция к Дню города. На Дне города мы будем играть некоторые из этих песен. На площадке около Дворца культуры Рыболов Бенд будет делать где-то, наверное, у нас полуторачасовая программа. Сколько? С четырех часов, вот где-то до половинки шестого мы будем играть у Дворца культуры на этой большой сцене. И часть из этих песен, которые мы сегодня споем, мы споем там. Поэтому мы кое-что сегодня порепетируем перед вами, да, ничего? И вот эта песня будет в этой программе. Анна Мартыновичева и ансамбль «Рыболов Бенд».
спасибо большое. Ну, видите, что у нас все песни такие новые в репертуаре, и даже слова иногда можно чуть-чуть подзабыть. Особенно на таком солнце, Анна. А ты еще вся в черном. Ай-яй-яй. Ну, и мы тоже не от тебя сильно отстаем. Друзья, следующая песня называется... вот это, то, что мы пели, то, что вы пели втроем. Как она называется у нас? «Скажите, лебеди», да. Тоже очень красивая песня. Прям, я не знаю, я тоже услышал ее. Девчонки пели на каком-то концерте. Я прям в нее влюбился. Песня немножечко... Ну, она передает нашу историю. Такой трагизм нашей истории. Потому что я не знаю, кому выпало столько испытаний за последние... Там... Полтора века, как России, да? Многострадальный народ, братоубийство, много крови пролито, столько потерь, столько всего-всего. И вот в этой песне это все как-то так красиво отражено. Я попросил девочек спеть эту песню. Скажите, лебеди, вы птицы белые, а где вы плавали, а что? Друзья, наша земля нуждается в нас, знаете,
мы не просто так родились в такое непростое время и в такой огромной стране, да, которой нужны мы, нужны наши дети, здоровые, сильные, красивые. Мои дети через месяц уедут в Череповец работать. Вот эта старшенькая, младшенькая где-то гуляет в Петрозаводске. И взяли хороший профессиональный коллектив, так что будут прославлять Тихвинскую землю на Вологодчине, выступать, ездить, петь о хороших вещах. Так что, слава Богу, за наших детей. Друзья, Россия нуждается и в наших молитвах. Да? Наши предки молились за эту страну, и мы должны также молиться за нашу землю. Потому что Бог слышит молитвы верующих людей и отвечает, и благословляет и простого человека, и начальника, дает разум, дает мудрость. Святой апостол Павел написал такие слова: «Прошу совершать молитвы, моления, прошения и благодарения». Мы говорим только про молитву, а он говорит: молитвы, моления, прошения и благодарения за всех человека, за всех людей, за начальствующих, за царей, чтобы нам иметь не тихие и безмятежные, во всяком благочестии и чистоте. Вот такая красивая картина была в сердце апостола Павла. Не тихие и безмятежные, во всяком благочестии и чистоте. Мне тоже эта картина очень нравится, я за это каждый день молюсь. Молюсь за мой родной город, за всю нашу прекрасную Россию, да и за другие страны тоже. Везде наши молитвы не помешают. Следующая песня, песня современного композитора, но кажется, что она написана давным-давно. Песня называется «Березы». И мы ее регулярно исполняем, потому что очень сильно любим. Итак, с любовью к России, песня «Березы». Thank you.
все звучит. Огонь? Тебя, наверное, припекает там чуть-чуть, нет? Огонь у него. Спасибо, друзья. Ну, следующая песня. Сейчас будет вообще огонь-огонь. Да, извините, но мы отрепетируем ее сегодня для вас. Песня очень старинная, называется «Летят утки». Но аранжировка у нее совершенно современная. Такая с барабанами, со всеми делами. Если кому-то громковато, чуть-чуть можете ушки подзаткнуть. Но мы ее сыграем, потому что нам ее надо отрепетировать. Мы ее год не играли, буквально репетиция на одной вспомнили. Но можно заткнуть уши и громко-громко, быстрее, громче рыболов бенда петь с нами. Поехали, летят утки. Следующая песня — это такой вызов для нас. Она
там много модуляций, то есть смен тональностей. Да, песня называется «Конь». Я рассказываю эту историю, что, знаете, песня такая народная стала, когда у меня дети были совсем маленькие, и вот они 2 часа ночи, знаете, они там спят, засыпают, и тогда дети с трудом бывает, и поздно ложатся, да, малыши совсем груднички. И вдруг под окнами ты слышишь эту знакомую песню. «Выйду ночью в поле с конем». Да, это у нас была история. Мы, когда с Сергеем поженились, очень долго снимали квартиру в 33-м доме здесь. И там, если вы знаете, такая аллеечка с березами. И вот как раз это было не 2 часа ночи, а 5 часов утра. У нас только заснула старшая дочь. И был мужчина один, который стоял с березой в обнимку, и он пел одну единственную фразу. «Только мы с конем по полю идем». «Только мы с конем». И так 40 минут. Я эту песню полюбила на всю жизнь. И вот эту строчку я точно никогда не забуду. Она вырезана в памяти навеки. Да. Ну что, друзья, Александр Поспелов, солист в этой песне у нас. И мы поем под акустическую гитару. «Выйду ночью в поле с конем, ночкой темной тихо пойдем, мы пойдем с конем по полю вдвоем, мы пойдем с конем по полю вдвоем, мы пойдем с конем по полю вдвоем, мы пойдем с конем по полю. Ночью в поле звезд благодать, в поле никого не видать, только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем. Yeah.
Идем с конем по полю вдвоем. Спасибо, друзья. И наша программа сегодня будет построена в таких двух блоках. Знаете, прошлое воскресенье, кто помнит, какой замечательный праздник был? Праздник Троицы. И мы на эту тематику мы тоже сделаем вторую часть нашей программы. А сейчас у нас завершающая песня про нашу прекрасную землю. Песня «Путь домой». Когда-то с этой песней наши солдаты выходили из Демократической Республики Афганистан на танках. Сергей, было дело. Было дело. Сергей ветеран вот этой военной кампании в Афганистане, да, многолетней, непростой для нас. Но бойцы выходили с флагами, и звучала эта песня «Путь домой». Мы желаем, чтобы сегодня наши солдаты тоже вернулись домой, и Россия процветала, и у нас была мирная жизнь. We'll be right back.
Спасибо большое, друзья. Спасибо. Класс. Хорошо, что есть на свете это счастье, путь домой. Мы на прошлых выходных были в Вологде. И туда едешь, и радуешься. А, серьезно, микрофон? Так, стоп. Ага, ну. Ясно, да. И обратно едешь, еще больше радуешься. Путь домой. Вы знаете, вот мы с этой песни, песня про нелегкую музыкантскую жизнь, мы сейчас начнем нашу программу, посвященную празднику Троицы. Мы в Вологде сыграли троечную программу, а в Тихвине не сыграли, и чувствуем эту самую задолженность перед нашей замечательной землей. Мы должны проводочек поменять тоже. Да. Там, Сережа, возьми, пожалуйста, найди проводочек там микрофонный какой-нибудь. Давай, в сумке там красная или черная. Микрофонный проводочек, только он должен быть длинный. Второй такой же. У Саши самый дорогой микрофон, и на него подается фантомное питание, поэтому он, если проводочек чуть-чуть отходит где-то, то он вот это непотребное хрюканье раздается из микрофончика. Да, 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 да. Не факт, что этот лучше, но нормально, давай, попробуем. Попробуем. Кто их сматывал? Это вопрос. И песня замечательной финской группы. Группа называется «Exit». Это такие старые финские рокеры, добрые христиане. Они написали много прекрасных песен. И одна из них называется... как она называется? «Где-то там вдали», да. Я просто по-фински помню, а по-русски забыл. Все, наверное, хотели бы однажды побывать на гастролях. Наверное, у всех есть мечта постоять на сцене, когда в глаза тебе лупят софиты, и ты вообще ничего не видишь. Просто машешь рукой и говоришь: «Я вас люблю». Артист так себя чувствует на сцене. Софиты в глаза, ты реально зал не видишь практически, чаще всего. На улице всех видишь, а в зале это вообще темнота сплошная. И только софиты греют тебя и слепят. Ну вот, но все равно, наверное, каждому хотелось бы побыть таким артистом, какой-нибудь звездой, и нам тоже немножечко хочется. Ну вот, но жизнь музыканта сопряжена с тасканием тяжелой аппаратуры. Мы сегодня с Александром все это вдвоем перевезли, перенесли, мы с ним огнеупорные. Александр, давай. Александр уже исполнилось 51, а мне через пару неделек исполнится, но у нас еще все впереди. И мы делаем это с радостью, потому что понимаем, что это все очень полезно, это все очень здорово. Песня группы «Exit» «Где-то там вдали». Часто я, и каждый раз оно касается.
осенью весна. Если дружба будет среди нас мы два, и поэтому снова все стремление к вам. Мои дорогие, все вы где-то Утреца немного, что нелегко. Это песня надежды и далекий дом. Это самая спальня и доска друзей. И где, дорогие, где тогда вдали? Жизнь человека не бесконечна. Здесь она до старанта. Словно тень на стене, на мгновенье застынет, и вновь убегает она. Я спою куплет, и затем творцу я сдам свой инструмент. Ничего не желаю, мысли все мои, видеть вас, дорогие, где-то там вдали. Видеть вас, дорогие, где-то там вдали. Видеть вас, дорогие, в небесах вблизи. Спасибо, друзья. Мы редко играем эту песню, но она мне очень нравится. Мы долгое время не могли вспомнить все слова, потому что кто-то переводил это с финского языка. А вот сейчас вспомнили и пытаемся ее сыграть для вас. Замечательный смысл, да? Друзья, мы вечные с вами. Да, мы здесь на земле мы, друг с дружкой. И в вечности родные и близкие, которые знают Бога и веруют в Иисуса Христа. Вечность приготовлена для вас, друзья. Бог приготовил вечность для человека, чтобы мы жили в мире с Ним, жили по Его воле, жили в согласии с нашим Творцом. Ну что, праздник Троицы. И мы споем следующую песню, которую написала Анна Мартынычева. Она примерно на эту же тематику, она называется «Самолет». Нет, на тему вечности, вечной нашей души. Мы летим туда вперед. Обрету покой.
Это такой замечательный праздник, он очень таинственный. Я не знаю, может, кто-то разбирается вот в этих ипостасях Бога, да, там три Отец, Сын и Святой Дух. Верующие даже, церковные люди даже копья ломали там друг с дружкой, немножко воевали из-за понимания разных там ипостасей. Да? Но, скорее всего, конечно, для нас это немножко непостижимая штука, потому что земные вещи мы еще немножко понимать можем, а небесные сложнее с ними. Поэтому надо принимать вещи попроще, да, есть наш Небесный Отец, которого мы не видим, но Он есть. И Он сотворил небо и землю, Он сотворил все прекрасно, премудро, да. Во всем мы видим смысл. И когда-то Чарльз Дарвин, умирая, сказал, все, что я придумал, это неправда, потому что глаз человека мог произойти только путем творения. Это он не мог произойти путем эволюции. И я повторяю эту светлую мысль из раза в раз, что на наш Кировский завод и вот этот завод, который у нас сегодня есть, вагоностроительный, не пришла устроиться еще ни одна мартышка, горилла, никто из них не попытался этого сделать. Потому что мартышки как прыгали по деревьям, так и прыгают. А человек, как был образом, подобием Божьим, так и остается, да? Иногда мы теряем когда сходим с прямых путей, такой образ благословенный. Но Бог призывает нас снова вернуться к себе, Он нас очень сильно любит, и для каждого из нас у Него есть благая, угодная и совершенная воля. Ну что, следующая песня как раз вот про Сына Божьего Иисуса Христа. Очень красивая песня из Беларуси, мы ее очень любим. У меня сегодня есть настроение попеть какие-то балладки. Давайте попоем красивые медленные песни. «Тихо погас в ночи закат». Закат.
лесном объят. Всеми оставлен и забыт, Сын Божий там душой скорбит. Нет рядом с ним учеников, что есть любовь. Спасибо большое, друзья. Вот как раз невидимый Бог, да, а Сын Божий Иисус Христос, Он показал нам Его невидимые качества, да. Не было человека, мимо которого Иисус прошел бы. Он исцелял больных, Он помогал нуждающимся. И такой наш Бог. Когда мы не видим Его, нам может нарисоваться какая угодно картина. Но для того именно в этот мир пришел Божий Сын, вторая ипостась Божества, да. Он в теле явился, стал как мы с вами, чтобы показать нам невидимого Бога. Когда Иисус умер за грехи человеческие и воскрес из мертвых, то Он вознесся на небо. И как раз после этого на землю сошел Дух Святой, да, излился на учеников Иисуса, на первых апостолов. И вот это был день Троицы. День Троицы, 50-й день после Пасхи. Поэтому такой таинственный праздник, но Бог реален и Дух Святой реален. Если ты живешь с Богом, то ты обязательно будешь чувствовать эту Божью поддержку в своей жизни. Я ее чувствую уже 30 лет, и мне это очень сильно нравится. Я не один,
когда вокруг меня нету друзей, когда вокруг меня нету родных, я знаю, что меня поддерживает прекрасный Небесный Отец. Он всегда со мной. Если бы даже все люди отвернулись от меня, Бог никогда не отвернется. Поэтому надо дорожить этой чудесной Божьей милостью и любить Бога так, как Он нас возлюбил. Ну что, следующая песня, это тоже баллада. Баллада из Белоруссии, она называется «В дизайне Божием». Мы поем ее с модуляцией и, как всегда, по форме. Внимательны будьте, пожалуйста, потому что я показываю. Все продумано тонко, цвет волос и кожи цвет, и так радости цвет, нет голодных и бедных, нет больных и слабых. Божьим одиночества нет, не нужно там, никогда там не плачу от бессилия по ночам, там все любят и ждут, нет забот, не изменят. Красота Бога, дизайне Бога, там
Спасибо большое, друзья. Вы не устали еще? Из последних, на последнем издыхании такие уже заморенные, да? Ну, еще чуть-чуть. 20 минуточек протянем? Протянем. Не очень уверенно прозвучало с переднего, с первого ряда. Отлично. Давайте будем тянуть изо всей силы. Следующая песня, мы ее 100 лет не пели, но мы попробуем ее спеть. Да, Боже, благослови. Песня называется «Мы у Бога о многом просим». Очень красивая песня. Попробуем ее вспомнить. В программе ее сегодня не значилось, но мы ее споем. В Новом Завете есть такое место, оно называется как гимн любви, его верующие называют. Это слова святого апостола Павла, который написал, что вера однажды не будет нам нужна. Когда мы увидим Бога лицом к лицу, нам уже так вера так сильно не будет нужна. Надежда уже тогда не так будет актуальна, да? А любовь, она всегда прибудет. Любовь, она вечная. И в Святом Писании сказано, что Бог есть любовь. И пребывающий в Боге пребывает в любви. И это очень важно, вы знаете. Мы обычно, человеческая натура такова, что мы, ну, любим за что-то, да. То есть у нас друзья обычно по пристрастиям, по каким-то интересам общие, да. Вот Бог любит, Он всех любит безусловной любовью. Любит нас, когда мы отворачиваемся от Него, когда мы забываем про Него. Бог все равно нас любит, продолжает нас ждать в своем доме, в своих отцовских объятиях. И это очень здорово, это чудо Божьей любви. И вот апостол Павел сказал, что любовь не ищет своего.
Очень часто в отношениях у нас что? Мы ищем своего, да, у нас есть корыстный интерес какой-то в отношениях. Это просто норма, да, в человеческих отношениях. Корыстный интерес. Но Писание говорит, что любовь не ищет своего. Любовь не превозносится. Любовь всего надеется, всего верит. Вот такая чудесная Божья любовь. Если в нашем сердце будет такая любовь, то наша жизнь будет намного лучше, намного добрее. И я хочу спеть такую песню из Белоруссии, песня «Молитва». «Господь, ты научи меня любить. Здесь твою любя.
радости я пел, как здесь пою, любя. Да что всегда со мной был образ дивный твой, чтоб сердце плавилось мое в огне любви святой. Спасибо, друзья. Я объявляю мою нелюбимую рубрику «Четыре последние песни сегодняшнего вечера». Первая из них называется «Облака». Это значит, что сейчас должны облачка нас чуть-чуть нас подзатенить, чтобы нам было немножечко полегче. Таким теплым летним июньским вечером. Александр Поспелов, ансамбль «Рыбалов Бэнд». Увидел облака, увидел в ярких красках день. Однажды я услышал песни любви, услышал, больше смерти нет. Однажды я увидел солнце луч, увидел красоту небес. Однажды я узнал свободы вкус, свободы, что всего милей. Все было так, как будто крылья есть, как будто я совсем другой. Все стало так, и вместо души я получил его покой.
облака. Ты можешь крылья обрести. Ты создан для небес, а не для сточных ям. Прими Иисуса в свою жизнь. Спасибо большое. Ну, и мы закончим несколькими такими живенькими нашими композициями авторскими. Первая песня решена у Александра Поспелова, нашим замечательным автором, фронтменом нашего коллектива. Неувядающим, огнеупорным, супермощным Александром Поспеловым. Да, когда нам надо упаковать аппаратуру в небольшой багажник, Александр это всегда делает, у нас влезает больше, чем может вместить багажник. Мы однажды поехали на гастроли в Финляндию, они упаковали, а когда мы там уже упаковывались обратно, думаем, у нас все не влезает. Как у нас в Тихвине могло все влезть в нашу машину? Так что вот Александр, такой человек Тетрис, мы его иногда в шутку называем. Очень любим Сашу, он благословенный человек, благословенный музыкант, прекрасный отец, муж, друг. И, в общем-то, нас он всегда вдохновляет своей жизнью, своим творчеством. Сашина песня в стиле регги. Регги, по-моему, это стиль таких, знаете, людей, которые не очень любят трудиться. Они живут на Ямайке, там все растет само. И вот в этом легкомысленном стиле написана очень серьезная композиция. Она называется «На небо». «Наша дорога на небо». Непростая, но в таком легком стиле. Вся жизнь моя одна дорога, от буквы А до буквы Я. А поворотов очень много, а развилок нет числа. На ней так просто заблудиться, встать на якорь и заснуть. А можно к горним устремиться и выбрать жизнемерный путь. В моих руках решение, с кем я, куда пойду и где мне быть. Я выбираю воскресенье, чтобы вечно с Богом жить. На небо, мой путь лежит туда, где свет божественного света. Увижу я любовь Творца на теле. Не будет больше слез там, где небесный мир начнется, где встретит меня сам Христос, там, где мне станет все понятно, и не надо больше снов на небо. Моя дорога не подарок, не автобан и не шоссе. На ней встречаются преграды, она опасна в темноте. И если б не было того, кто купил мои грехи, тогда б я точно потерялся, но Бог пришел меня спасти. На небо, мой путь лежит туда, где средь божественного света. Увижу я любовь Творца, там, где не будет огорчений, не будет больше слез, там, где небесный мир начнется, где встретит меня сам Христос, там, где мне станет все понятно, и не надо больше слов на небо. Идет туда, да?
рыжая любовь дворца. Там, где не будет огорчений, не будет больше слез, там, где небесный пир начнется, где светит мне сам Христос, там, где мне станет все понятно и не надо больше слов. На небо, на небо мой путь лежит, туда быстрей божественного света. Увижу я любовь Творца, там, где не будет огорчений, не будет больше слез, там, где небесный пир начнется, где встретит меня сам Христос, там, где мне станет все понятно и не надо больше слов. На небо, на небо, на небо, на небо. Спасибо большое. Ну, вот видите, у каждого такая дорога. Сережа немножко заковырялся там что-то, да, пока шел на небо. Споткнулся где-то, но встал, видите, смотрите, дошел до этого места. Здорово. У каждого из нас своя такая хорошая дорога в том направлении. Главное, чтобы в том. В обратном не надо. Только в том. Ну что, предпоследняя песня нашего концерта — это песня Анны Мартынычевой. Анна ненавидит будильник. Она все любит и всех любит, но будильник не очень. Поэтому, Анна, скажи, что ты имела в виду? Да, я всегда говорю, что будильник – это самая ужасная вещь, которая есть в мире. У меня, знаете, свой хит-парад вещей есть. Я бы дала, например, Нобелевскую премию тому, кто изобрел стиральную машинку. Когда я была мамой двоих маленьких детей, я была очень рада, что появились машинки, да? Но вот будильник – это очень удобная вещь. Анна, а за памперсы ты бы какую премию дала? Три Нобелевских. Три Нобелевских. Да, три. Но вот будильник — хорошая штука, конечно. Но никогда она в 5 часов или в 6 утра тебе, да, поднимает. Но на самом деле, всегда говорю, что если сегодня ты услышал звонок будильника и смог открыть свои глаза, то ты счастливый человек. Потому что ты сегодня живой. Живой для чего-то, да? И надо свою жизнь проживать правильно. Не спускать ее, знаете, в какие-то там... Не будем говорить, куда, да? То есть будем стараться жить... Ты мусорное ведро, что ли? Мусорное ведро, конечно, да. Ай-яй-яй. Не будем свою жизнь отправлять туда. Жизнь нам для чего-то. Для того, чтобы делать добрые дела, любить своих ближних, своих соседей, делать свою землю краше. Ну и, конечно, славить Бога. Вот об этом будет наша песня. Что если ты сегодня услышал будильник, ты живой, скажи Богу спасибо за это. Будильник приходит час совать, с трудом я покидаю нагретую кровать. Но лишь глаза открою, вспоминаю я его любовь со мной. Я сказать должна приступать за этот день. Приступать за этот день. Забудок снова спать пора. Я завожу будильник снова до утра. Я буду спать спокойно, но не сомкнут мне глаз, пока в сном отдалении я не скажу друг на звезду мама. За этот день Христу хвала. Пусть будет много дней у каждого из нас, наполненных любовью и миром всякий раз. Но если хочешь жизнь хорошую прожить, мой друг, не забывай всегда благодарить Христа Бога за этот день. Христа Бога за этот день. Христу хвала. Христу хвала. Христу хвала.
Спасибо большое, друзья. Ну что, финальная песня нашего концерта. А какая она будет? Одна из двух. Самолеты, как прекрасный день. Давайте самолет сыграем. Давайте. Еще разочек. А? Реабилитируйся. Что? Реабилитируйся, сказала Анна. Ну, и все не так уж плохо было, на самом деле. Барабанщик там? То же самое. Ну, на вид вроде симпатичный парень, да? Верю я, верю
ансамбль Bubble Band выступал для вас и радовал вас сегодня в таком составе. Барабаны, Александр Иноземцев. Мы приглашали белого человека, а в конце концерта у нас какой-то африканский барабанщик работает. Александр Иноземцев. А что так скромно? Ага. Бас, гитара, Сергей Александров. Тоже темнокожий, да, стал? Александр Поспелов. Надежда Поспелова. Давайте поддержите Надежду. Друзья, мы благодарим библиотеку Бередникова, Лидия Анатольевна, директор. Да, нас так вот в этой, так сказать, запускает на этой площадке, благословляет это наше творчество. Спасибо большое, друзья. Ну, вам понравился концерт? Серьезно? Ну, ведь важные вещи, да? Важные вещи мы затрагиваем. И любовь к нашей земле, и любовь к нашему Богу, сотворившему все. Это на этом зиждется этот мир. И нельзя как-то так это все просто упустить. Было время, когда мы об этом поменьше думали, да, и о вечности поменьше думали. Но сейчас время все-таки возвращаться к этим корням. И давайте, ну, действительно, да, вот, не знаю, я сейчас смотрю, такая жара, думаю, молюсь каждый день, чтобы леса не горели. Говорю, Боже, как жалко, что вот такие мы безалаберные, столько у нас богатства, и не бережем свою землю. Давайте будем беречь свою землю, любить свою прекрасную родину, любить друг друга, уважать друг друга, беречь друг друга. Мы все вместе живем на этой земле. Нас мало. Говорят, в Пакистане 800 миллионов живет. В Пакистане. Того Пакистана, как, не знаю, мало на карте, да. И столько людей. У нас меньше 150, наверное, миллионов сейчас, да. Надо плодиться, размножаться, населять землю, чтобы Россия была богатой, да, богатой детками, подростками, юношами, девушками, да, нашим подрастающим поколением. Чтобы мы все были бодренькими, живенькими, красивенькими, правильными. Желаю вам всем хорошо отдохнуть этим летом. Может, кто-то уже слетал на юг. Александр, где вы? Слетал на юг уже. Да, наш барабанщик, с которым мы работали много лет, Александр Качалов, был где-то там в Сочах. Класс. Но это по нему сразу видно. Как бы мы ни загорали, а он все равно темнее. Ну, так что всем прекрасного лета. Следующие выходные – это День города, замечательные праздники. Да, вот 9 июля будет праздник сюда. Говорят, даже патриарх приедет, Кирилл. Это будет классно, здорово. Сходите, посмотрите. Это прекрасное время, да. То есть Бог дает нам такое чудесное время. Будем дорожить каждым днем и жить во славу нашего прекрасного Бога. Все, спасибо огромное. Ансамбль «Рыболов Бен» для вас сегодня.
До новых прекрасных встреч!